Всем доброе утро. Я думаю, что еще 3 минутки и будем начинать. 2-3 минутки. Людмила, доброе утро. В чате еще Виктория писала, что очень ждет утреннюю практику. Виктория, мы вас тоже очень ждем. И утренняя практика вас тоже очень ждет. Но сегодня очень интересная будет. Это, наверное, одна из моих самых любимых тем. Тема дыхательных практик. Пока мы ждем остальных участников, напишите, пожалуйста, как ваше настроение, как ваше состояние, как ваше самочувствие сейчас. Как вы прямо сейчас? Напишите, пожалуйста, в чат. Поделитесь. У меня сегодня какое-то такое очень спокойное, ровное настроение с утра. А состояние пока сонное, пишет Александра. Да, у меня тоже какое-то такое ровное и при этом, возможно, даже, да, где-то такое слишком ровное сонное состояние. И тем лучше, потому что вы заметите то, как изменится ваше состояние после нашей утренней практики. Тоже расслабленное состояние, пишет Людмила. Ну что, у нас осталась еще 1 минутка, и будем начинать. Пока остальные присоединяются. И сегодня мы будем знакомиться с 2 техниками дыхания. По-другому эти техники в йоге называются пранаямы. И в переводе с санскрита пранаяма — это управление своей собственной жизненной силой, энергией через дыхание. И несмотря на то, что мы проводим эту тему, изучаем эту тему в рамках марафона «Без глютена и молока». Казалось бы, это такая, ну, как будто бы какая-то такая узкая специфика. Несмотря на это, дыхание, дыхательные практики, они имеют широчайший спектр вообще воздействия на нас, на наше тело, на наш организм, на нашу психику. И, конечно, когда я рассказываю про дыхательные практики, я всегда говорю о том, что да, конечно, через дыхание мы работаем и с дыхательной системой, и с пищеварением в том числе. Но, несмотря на это, самое важное в дыхательных практиках — это то, как вы
то, как вы чувствуете вообще глобальную перемену вашего состояния, то есть воздействие на нервную систему, на эндокринную систему, вообще на все системы, вот имеет очень мощное воздействие именно дыхание. Поэтому я вообще отношусь к дыхательным практикам как вообще к драгоценностям в моем собственном сундучке разных инструментов, вот они занимают такое особенное место. Поэтому я буду очень рада познакомить вас сегодня с двумя техниками дыхания, которые называются Уджайи и Наули. И думаю, что вот как раз-таки сейчас мы и будем начинать, потому что время подошло. Рада всем, кто присоединился. Всем доброе утро еще раз. И всем, кто присоединился, я советую сейчас в чат написать о том, как вы прямо сейчас, какое ваше состояние прямо сейчас, как вы себя чувствуете, как вы ощущаете себя. Напишите, пожалуйста, в чат, зафиксируйте вот это свое состояние, свое настроение, свои ощущения, для того, чтобы потом сравнить ту перемену, которая так или иначе будет без этого невозможно в дыхательных практиках. Итак, представлюсь, меня зовут Алена Карпова, я телесный терапевт. Я обожаю восточные практики, очень их люблю. Это мои такие, одни из самых любимых, наверное, инструментов в моей собственной практике, в работе с людьми. И сегодняшняя тема, повторюсь, интересна тем, что помимо основной задачи людей, которые собрались на марафоне, стройности здоровья, помимо достижения этой задачи, дыхательные практики очень благотворно воздействуют на все системы нашего тела. И первое, с чего я начну, это техника Уджайи. Что же даст вам выполнение этой техники? Первое и самое важное, на мой взгляд, это активизация детоксикации, активизация всех детокс-процессов в нашем теле, освобождение от токсинов, которое ведет как раз-таки вот к тому, что, высвобождаясь, тело начинает стройнеть. То есть отдавая все ненужное, все отжившее, мы начинаем стройнеть, мы начинаем терять лишнее. И помимо прочего, Уджайи в переводе с санскрита означает дыхание победы, дыхание победителя. Почему называется так? Потому что очень часто эту пранаяму, которая относится к 8 классическим пранаямам йоги, согласно хатха-йоге Прадипика, это классический вид пранаямы, который дает ощущение вот такого изобилия сил. А победитель, он всегда как раз-таки вот в изобилии этих сил. И сейчас я расскажу вам про механику выполнения. Но прежде чем расскажу о механике выполнения, расскажу также о противопоказаниях. Итак, противопоказание к выполнению Уджайи является высокое давление, высокое артериальное давление и беременность. И если были какие-то недавно оперативные вмешательства в брюшную полость, ну, либо в какие-то внутренние органы, это тоже противопоказание. В остальном эти дыхательные практики выполнять
Можно. У второй техники, у дыхания Навли, у него противопоказаний побольше, но я о них, когда перейдем к Навли, расскажу поподробнее. Итак, техника выполнения Уджайи. Еще по-другому Уджайи называют океаническое дыхание, либо психическое дыхание. И почему океаническое дыхание? Потому что когда мы дышим шумно. Мы дышим, извлекая шум. И это очень похоже на прибой, на океанический прибой. Механика еще также такова, что мы при выдохе сужаем горловую область, там, где связки. И это очень похоже на то, как каждый из нас в детстве, я думаю, что когда мы были детьми, мы все это делали. Представьте, что зимний день, и мороз разрисовал ледяными узорами стекло. И очень часто, когда мы были детьми, мы хотели эти узоры растопить дыханием. И что мы для этого делали? Вот представьте, вот здесь стекло, а я вот тот самый ребенок, который хочет это стекло разогреть. Что я делала? Я издавала тот самый громкий, шумный выдох с произнесением ха. Попробуйте. Я думаю, что каждому из вас знакомо, ведь правда? Напишите в чате, кто так делал в детстве. Кто своим дыханием пробовал растопить или же согреть на холодное стекло? Да, Людмила делала. Я думаю, что не только Людмила. Все. Да, и вот сейчас то же самое мы будем делать, вспоминая вот как раз-таки наше детство, выполнять технику Уджайи. И для начала мы... Галина делала, Вета делала. Да, и для начала мы с вами попробуем почувствовать свое дыхание, осознать свое дыхание и побыть этим самым дыханием. Это будет такая наша подготовка. Мы укладываем одну руку на сердечный центр, на грудину, а вторую руку мы укладываем на область живота. Закройте глазки, и у нас сейчас будет 30 секунд, когда мы с закрытыми глазами глубоко дышим, набирая воздух в живот, набирая воздух грудную область, область грудины. И 30 секунд у нас будет такое свидание с собственным дыханием. Я сейчас помолчу, приглашаю вас в эту тишину. 30 секунд. Закрывайте глазки. И чувствуйте дыхание. Спина ровная и челюсть расслаблена.
Еще раз глубокий вдох, выдох. И можно растереть ладони, возвращаемся. Какие ощущения? Поделитесь, пожалуйста, какие ощущения, когда вы были наедине с собственным дыханием? Когда прикасались к собственной тишине? Стало как будто бы еще спокойнее. Пишет Вета. Нереальными. Да, как правило, мы ощущаем такой трепет жизни. Вот оно дыхание, вот оно чудо. Мы дышим. И, конечно, каждый раз ваша нервная система будет очень успокаиваться, когда вы делаете дыхательные практики. Спокойствие, тишина, ощущение тишины. И вот сейчас мы сделали это дыхание, такое глубокое дыхание. И следующее, что я предлагаю сделать, это сесть прямо, сесть таким образом, чтобы почувствовать опору на стопы, на таз, выпрямить спину, расправить плечи, расслабить челюсть. Для начала мы сделаем подготовку к Уджайи. Мы подышим с открытым ртом. И будет это звучать так. Как будто бы мы вдыхаем О, а выдыхаем А. Дышим мы просто глубоко, без задержек. И старайтесь сделать выдох чуть более шумным, вспоминая то самое детское, когда мы пытались растопить стекло. Вспоминайте это. У всех получается. Всем понятно. Идем дальше. Сейчас то же самое делаем с закрытым ртом. И ваш выдох становится шумным. Не торопитесь, делайте это дыхание животом, подключая не только легкие, но еще и живот, но еще и включая диафрагму. Сейчас мы подышим таким образом еще минуту. Можете прикрыть глаза, когда вы отключаете зрительный анализатор.
Вы всем вниманием, всем сознанием сосредотачиваетесь на дыхании. Тем самым вы делаете эту практику намного эффективнее. Закрывайте глазки и подышите. Подышите тем самым океаническим дыханием. Вы сейчас океан. И еще 2 цикла дыхания. И можно открыть глаза, растираем ладони. Поделитесь, пожалуйста, что происходило с вами сейчас. Расскажите, пожалуйста, что чувствовали, какие ощущения были, какие телесные ощущения были. Захотелось зевать, да, ощущение вот этого желания зевать, это говорит о расслаблении. Каждый раз, когда мы зеваем, это приглашение тела в расслабление. Я сейчас, когда дышала уджайи, я чувствовала такое расслабление в области как раз-таки спины и живота. Я чувствовала, как живот как будто бы опустошается. Еще, конечно же, чувствуется очень горловой центр. Здесь идет активное взаимодействие с щитовидной и паращитовидной железой. Через это как раз-таки мы оздоравливаем очень эндокринную систему. Людмила пишет, что увидела спокойный прибой моря. Да. Да, есть, правда, ощущение вот этого присутствия океана, спокойствия такого. И повторю, что уджая активизирует очищение тела, детокс. Все абсолютно детокс-процессы через как раз-таки ускорение метаболизма начинает происходить. В том числе один из метаболических процессов – это липолиз, жиросжигание. И через это дыхание
мы его ускоряем. Вот такое дыхание желательно делать либо утром, либо вечером. Оно всегда успокаивает, то есть уджая успокаивает нервную систему. Если другие типы дыхания очень часто активизируют, мы чувствуем такой подъем энергии, бодрость, то это дыхание успокаивает. Поэтому, если у вас есть еще и проблемы с засыпанием, то уджая помогает. Галина пишет, что почувствовала свежесть моря. Это очень здорово. Очень рада. Потому что это такие ощущения всегда невероятно приятные, и которые настраивают на прекрасный день. Я думаю, что он ваш сегодня такими будет. Не только этот. Какие еще были переживания, ощущения телесные у остальных участников? Хорошо, я думаю, что мы сейчас будем переходить к следующей практике. И Оля написала, что только присоединиться смогла, практику, к сожалению, пропустила. Оля, зато вы вовремя присоединились к началу следующей практики. Это тоже здорово. Будет наша сегодняшняя утренняя практика в записи, и вы посмотрите попозже. И думаю, что выполните. Если же нет, то можете связаться с нашими организаторами, и у нас есть также такая услуга, как индивидуальная консультация. Там мы очень индивидуально можем, иной раз, разбирать какие-то практики, уже подходя к этому из вашей индивидуальной истории. Но перейдем к следующей точке, к точке нашего сегодняшнего маленького путешествия в практике. Мы уже сегодня побывали на океане, кто-то побывал в море. Итак, следующее — это наули. Наули в переводе с санскрита означает «волна». И здесь, с точки зрения физиологии, конечно же, этот тип дыхания, это пранаяма, она делает просто невероятную работу, что касается наших внутренних органов. И тем, у кого есть проблема выпирающего живота, там, конечно, масса причин возникновения такой проблемы, но тем, у кого есть проблема вот как раз-таки в истории про обретение стройности, что вроде бы все уже начинает терять жировую массу, но живот остается. Что же делать? И вот здесь я очень рекомендую эту практику использовать, потому что она делает просто удивительные вещи. С помощью этой практики вы получите следующее. Во-первых, будет очень большая потеря в сантиметрах в области талии, потому что, когда мы делаем наули, уходит висцеральный жир. Висцеральный жир — это жир, которым обрастают внутренние органы. И когда мы делаем наули, очень активно начинает липолиз висцерального жира ускоряться. Плюс, конечно же, начинает каждый внутренний орган получать очень много кислорода. И это тоже сказывается на общем оздоровлении, потому что
Все начинает работать как часы, улучшается перистальтика, уходят проблемы тазообразования, конечно же, если вы еще и соблюдаете советы нашего нутрициолога, то эта проблема вообще решается очень просто. Так вот, Наули вам здесь будет дополнительной поддержкой, дополнительной опорой. Улучшается пищеварение, уходит проблема несварения. И помимо всего прочего, да, мы начинаем практиковать Наули уже после там 4-8 недель. Вы будете замечать, как меняется ваша кожа, как меняется ваше лицо, потому что уходит отечность, разглаживаются мелкие морщинки. То есть это еще и потрясающее омоложение. Надеюсь, что я сейчас мотивировала на то, чтобы делать эту практику на своей ежедневной такой приятной рутиной. Вот, я думаю, что Думаю, что это звучит очень привлекательно. Итак, Науле, волна. Прежде чем перейдем к механике, я снова затрону тему противопоказания. Итак, беременность – это противопоказание. Особенно первый триместр. Вообще нет, мы не делаем эту практику. Это повышенное артериальное давление, это онкология, это, конечно же, какие-то недавние оперативные вмешательства, это какие-то открытые язвенные образования в области желудочно-кишечного тракта. То есть это является противопоказанием. Либо же нужно проконсультироваться с вашим лечащим врачом, прежде чем приступать к выполнению этой техники. А всем остальным она будет поддержку. Итак, как же мы выполняем эту технику? Для начала я предложу вам сделать облегченный вариант. Он будет делаться из положения сидя. Нам нужно выбрать то положение, где мы опять-таки чувствуем точку опоры стоп, то есть мы стоим на земле. Тазом опираемся тоже на сиденье, выпрямляем спину. И когда мы делаем вдох, мы поднимаем руки вверх и чуть-чуть как будто бы заводим руки за уши. Заводим руки за уши, и лопатки сводятся вместе, при этом плечи опущены. Таким образом, мы как будто бы расширяем грудную клетку и пытаемся выбрать максимальное количество воздуха в грудную клетку и в живот. А затем мы ставим руки на бедра. Бедра при этом, колени расходятся по диагонали в разные стороны. И на выдохе мы как будто бы живот пытаемся максимально приблизить к позвоночнику. И делаем задержку дыхания. И у нас такой вакуум случается в животе. Получается такой вакуум в животе. И мы с прямой спиной начинаем делать тряску живота. Как будто бы пытаемся запустить волну. Я сейчас встану и покажу, как это можно сделать, чтобы это было видно вам на экране. И делаем мы эту тряску, запускаем эту волну в вакууме нашего живота настолько, насколько нам позволяет наше дыхание делать задержку. И затем, когда мы уже чувствуем, что вот уже все, задержка далее невозможна, мы снова делаем вдох, выпрямляемся снова, назад отходим руки, делаем вдох, и затем снова выдыхаем
И снова делаем тот самый вакуум, приближая живот максимально к позвоночнику, максимально приближая к позвоночнику наш животик. И давайте я сейчас покажу. Я для этого встану. Вы, в принципе, тоже можете встать, но можете не вставать, можете делать это сидя. Я встану для того, чтобы вам было более понятно. Вот, вообще классическая наули делается либо стоя, либо сидя. То есть здесь есть несколько вариантов. Итак, вот этот вариант стоя я сейчас вам покажу. Вот это та самая механика выполнения наули. Итак, мы делаем вдох, расширяя грудную клетку. Выдох. Мы как будто бы опираемся о бедра. Не совсем видно из-за света. Так. Здесь основная история, давайте я сейчас покажу уже в этом положении. Основная история, когда первое, мы делаем вдох и отводим назад руки, расширяя грудную клетку. Выдох, устанавливаем руки на выдох, выдох, устанавливаем руки на бедра. Делаем вакуум в животе, приближая максимально, максимально, максимально приближая животик к позвоночнику. Вот уже оголяюсь, начинается 18+. Приближая максимально животик к позвоночнику. И вот здесь, когда мы сделали задержку дыхания, начинается. Начинается вот эта вот волна. Мы запускаем волну через вот такую тряску. То есть мы как будто бы сокращаем животик. И вы чувствуете, как происходит эта вот тряска. Да. Спасибо. Спасибо, что написали. Я рада, что вы увидели. В момент волны мы не дышим. Это все происходит на задержке дыхания. В момент, когда мы создали вакуум в животе. И затем, когда вы делаете этот вакуум до собственного предела. Вот когда вы чувствуете, что задержка вам комфортна. Когда вы уже чувствуете, что задержка некомфортна, вы снова возвращаетесь в исходное положение и делаете вдох. Вдох. Выдох. Да. Все верно, Вета. Получается, как упражнение вакуум. Да, просто немножко по-разному называют эту технику. Вообще, таких подходов нужно сделать примерно 12. 12-16. И вот как раз-таки, если говорить об этой практике, то она будет давать энергию, она будет бодрить. Вы даже можете почувствовать, как кровь вдруг прилила к лицу, голове. Можете почувствовать, как вдруг прям стало очень так бодро и даже весело.
потому что улучшается очень кровообращение, и как раз-таки есть ощущение вот этой вот бодрости. То есть вот эту практику я бы посоветовала делать по утрам. И, конечно же, эту практику желательно делать натощак, либо если вы покушали там, за 2-3 часа до выполнения. Вот. Можно также за 40 минут, за час выпивать стакан теплой воды, прям вот такой теплый, не комнатная температура, а теплой воды. Таким образом, будет еще и активно подключаться ваша лимфатическая система и тоже ускоряться. Лимфатическая система — это канализационная система нашего тела, и она тоже будет способствовать активному выделению продуктов обмена веществ. И это тоже способствует стройности, это тоже способствует оздоровлению, это тоже способствует как раз-таки естественному омоложению нашего тела. Еще и хорошему настроению. И давайте-ка мы сейчас с вами вместе сделаем таких подходов 4. 4 таких подхода. Мы делаем вдох, уводим ручки за уши, расправляем грудную клетку, вдох в живот, грудную клетку, выдох. На выдохе вакуум. И на вакууме запускаем волны. Запускаем волны через вот ту самую тряску. Попробуйте. Попробуйте и напишите, пожалуйста, после того, как сделаете. Сейчас у нас будет на это 2-3 минутки, чтобы сделать это вместе. И после этого поделитесь, пожалуйста, ощущениями. Я сейчас сделаю вместе с вами. Если что, можете смотреть на меня, если вдруг нужна будет подсказка, либо нужно будет что-то вспомнить, то я тут. Интересная практика, животные особо слушаются как-то. Мы все делаем через нос. Вера, да, мы все делаем через нос. Да, по поводу живот не слушается. Это может быть, и знаете, в первый раз он и не обязан слушаться. Потому что он не привык делать такое, мозг еще не знает, это вообще как делать. Это для него такая растерянность. И особенно, когда это все в первый раз, и вы только начинаете делать такие упражнения. Это нормально, если не получается. Еще и раздражение может такое случиться, и злость, что мой живот меня не слушается, как-то у них получается, у меня не получается. Это нормально. Это первое, что следует знать.
Потихонечку, шаг за шагом делайте. Надо живот очень сильно втянуть на выдохе, Людмила, да. Все верно. Вернее, нет, на вдохе. Вернее, простите, на выдохе, конечно, я уже запуталась. Отвечала на один вопрос и решила тут же ответить на второй. Да, на выдохе делаем вдох. И на выдохе втягиваем живот и закрепляем его в этом состоянии на задержке дыхания. То есть мы сделали этот выдох, сделаем вакуум в животе, и вот во время задержки дыхания, во время вакуума запускаем эту волну. Таким образом, каждый внутренний орган получает массаж. Висцеральный массаж, который вы делаете сами, через вот это дыхание. Да, и возвращаясь к комментарию о том, что живот не особо слушается. Просто вот как получается, так и делайте. Первый раз, второй раз, третий раз. Пересматривайте эту запись и делайте. Потому что так мы устроены, что вот повторение за повторением, и тело, и мозг включаются, понимают, и начинает это происходить правильно. Вот будьте уверены, что просто немножечко терпения, немножечко вот как раз-таки желания, и у вас все обязательно получится. Живот действительно, он такой удивительный. Удивительное местечко в нашем теле, которое очень часто, в котором очень много напряжения, потому что мы животом реагируем на все, что происходит в этом мире, а он очень часто становится такой вот закрытый, такой твердый. И вот как раз-таки через наули вы его оживляете, он становится более мягким, более гибким, более таким дышащим. И через это как раз-таки вы сможете почувствовать его. Вот, и живот, говорят, еще и наш второй мозг. Так говорят про желудок, но я думаю, что вообще про всю желудочную, кишечную систему. Вот, поэтому делайте. Очень хочется вас вдохновить на это. Расскажите, пожалуйста, я думаю, что все уже закончили, все уже сделали четыре подхода. Расскажите, пожалуйста, как вам было? Получилось, не получилось, что не получилось, что получилось, как ваше состояние прямо сейчас? Какие ощущения? Были ли те, у кого живот тоже не слушается? Мне понравилось, написала Ольга. Спасибо, я очень рада. Пока сложно. Написала Галина, легкое головокружение. Состояние очень бодрое, правда, волна была не очень быстрая. Угу. Вера написала, что получилось. Здорово. А, да, Галина, я понимаю очень, очень понимаю про то, что да, пока не очень получается, может быть. Легкое головокружение – это вариант нормы, потому что кислорода очень много. Сейчас, даже когда вы сделали всего лишь несколько раз, кислорода поступило сейчас в организм больше, чем обычно. И да, бывает легкое головокружение – это вариант нормы. Каждым разом у вас такое головокружение будет уменьшаться,
и в конце концов уйдет. Вот, а тело будет получать кислорода предостаточно. Какие у кого еще результаты? Будто пресс покачала. Да. Включаются здесь, конечно же, все мышцы пресса. И здесь они, помимо того, что они в какой-то момент, когда мы делаем вакуум, они в напряжении, но за счет волны они одновременно и расслабляются, растягиваются какие-то мышцы, которые, возможно, в гипертонусе. Поэтому это очень хорошая тренировка для красивого живота. Это не то чтобы облегченная версия, это скорее версия сидя, потому что очень часто удобнее делать сидя, когда мы сидим. А вот то, когда я вставала и была в положении стоя, ну то есть полустоя, это вот, наверное, такая самая классическая версия выполнения. Еще также делают в полулотосе, ну, то есть со сложенными ногами в полулотосе. Вот. Вообще пранаям огромное количество. Вот то, с чем я вас знакомлю, это самые-самые такие классические, наверное, варианты из йоги. У меня ощущение сейчас такой бодрости и хорошего начала дня. Вот каждый раз, когда я все-таки делаю эти утренние практики, конечно же, я их делаю не каждый день, но каждый раз, когда у меня получается выделить это время и позаниматься, у меня ощущение прям вот такого бодрого начала дня. Очень такого хорошего начала дня, наполненного. Так, пока получается движение вперед-назад. Бодрость прибавилась. Ага. Да, вперед-назад. Ну да, пусть будет так. Главное, что есть движение. Пусть будет так пока. Но я бы тоже порекомендовала вам возвращаться к этой записи, пересматривать и продолжать. Будет больше получаться вот этого, этой плавности, перетекания, и прямо это получается, правда, как волна. Есть ли какие-то вопросы, друзья? Есть ли какие-то вопросы? Я буду очень рада ответить на ваши вопросы. Да, буду пересматривать, надо свою технику. Пересматривайте. Я очень буду рада, если вы будете возвращаться к этой записи и будете практиковать. Мир будет пополняться на счастливых, радостных людей, если вы это будете делать. Вопросы. Давайте все-таки вернемся к вопросам. Видимо, всем все понятно. Я так подозреваю, что вы уже знакомы с техникой вакуума. Спасибо, все классно, нужна практика, настроение улучшилось. Да, вам спасибо большое, что вы были сегодня с нами. У меня еще будет маленькое объявление. Спасибо вам большое за то, что уделяете время себе, за то, что находите это время, этот ресурс, быть собой, потому что мне очень хочется, чтобы это было такое ваше собственное свидание с собой, с которого как раз-таки день начинается всегда, всегда прекрасно, повторюсь. Итак,
Хочу сказать вам, что вот сейчас этот эфир, утренняя практика, идет в рамках марафона без молочки и глютена. И проходит он в рамках также клуба «Дал здоровье». И я приглашаю вас, несмотря на то, что марафон уже подходит к концу, несмотря на это, приглашаю вас присоединяться к нашему клубу. У нас очень много интересных специалистов, интересных очень эфиров, тем. И если будете присоединяться, то от меня вам будет скидка по промокоду Карпова. Скидка 20%, достаточно приятная. И провожу я эфиры, вебинары, утренние практики не только в рамках марафона, но в рамках всего клуба, поэтому буду рада с вами встречаться еще, делиться с вами тем, что сама люблю, тем, чем сама живу. И также есть индивидуальные консультации, личные консультации, и о них тоже можно будет узнать у нашего администратора. Да, вот уже наша Саша отправила ссылку на запись. Это, наверное, все, что я хотела сказать, такой организационный момент, который я должна была упомянуть. Ну что ж, я желаю вам хорошего дня. Отправляйтесь жить жизнь своей мечты. До свидания. До встречи.